В Музее изобразительных искусств открылась выставка «Дагестан» в объективе историка Патима Тахнаева. Фото и видеоинсталляция. Экспозиция собрана из фоторабот автора многочисленных монографий по истории Дагестана. Особенно мне нравится, что Патима Тахнаева решила сделать стенд с «Голосуй за Кубачи». Помните, был проект года два назад? Вот. И после поездки в Кубачи я смертельно влюбилась в это селение. Для меня здесь, может быть, какой-то фотоотчет о моих поездках. Прямого отношения к моим темам не имеет, кроме, может быть, диоратов. Но диораты – это отдельная грантовая тема у меня была. Вот. Но это Дагестан, который я читала, который я слышала. Это как цитаты, послания наших предков. Среди тем, по которым структурирована выставка, дагестанские зиараты, Ахульго, резные камни Дагестана, старые дагестанские замки, отдельная история Кубачи. На торжественном открытии, в котором приняла участие министр по национальной политике Татьяна Гамалей, была показана и видеоинсталляция. Это песня Абдулмаджида Хачалова, записанная во время восхождения на знаменитую Седло-гору. Выставка открыла историка Тахнаеву в новом ракурсе. Фотоработы высоко оценил и признанный мастер Камиль Чутуев. И подача снимков, и сама выставка, и сама эти темы, которые она здесь раскрывает, очень неожиданно. И, наверное, у многих даже тоже такое чувство. Но у нее главное есть художественный вкус. Мы же когда говорим о художественности фотографии, да, вот у нее многие фотографии, у нее они как произведение искусства.